Всем привет, с вами Юлика, и сегодня я хочу вам рассказать, что меня прям дико бесит видеоблогеров. Это, конечно, может для вас показаться мелочью, но меня это прям просто убивает. Конкретно меня бесит, когда видеоблогер смотрит не в объектив, ну то есть на вас, вам в глаза, можно сказать, а на себя. Вот так вот это обычно бывает. Он берет, открывает, ну как этот экранчик, вот у него тут экранчик находится, и он говорит, и все время туда глазами бегает. Или что он сделает, и потом поворачивается, и сначала смотрит на себя, а потом обратно в объектив. Я прям ненависть. Я просто сейчас наткнулся на видео, не буду говорить на чье. Ну, можете открыть видео любого незаслуженно популярного ребенка, потому что все незаслуженно популярные дети бездарности, а бездарности всегда смотрят не в объектив, а в экранчик. Это может, например, они могут сюда смотреть, или сюда, или наверх, и типа они разговаривают и постоянно на себя глазами дергают. Это... Ты сидишь на одном месте, тупая ты сука, ты никуда не двигаешься, ничего с тобой не произошло, ты всегда находишься в фокусе. Не знаю, почему меня это злит, хотя нет, знаю, это просто разрушает все. Вот представьте, что вы смотрите «Звездные войны», и вот космос, планета где-то, тут звезда, летит летающий корабль. И летающий корабль на нитках, и в кадре видно, что эти нитки держатся на руке. Все, это не фантастический фильм, это кусок говна. Если вы видите нитки и руки, то это все превращается в кусок говна. И вот так же видеоблогер, когда он смотрит не в объектив, когда он общается не с вами, а вот так вот, блядь, смотрит на себя, это уже все. Это не видеоблог, это не общение с людьми, это х... Я не могу об этом молчать. Хорошо, что у меня есть вы, что я могу вам это рассказать, чтобы вы тоже знали, что это уебанство, чтобы вы могли видеть это в чужих роликах и писать, куда ты смотришь, смотри в объектив, а не на себя, эгоистичный, ты ублюдок. Короче, давайте подытожим. Видеоблогер, который смотрит не в объектив, а на самого себя уёбок. Все, я ничего больше не буду добавлять. Всем спасибо за внимание, пока.